В Одессе на улице Терешковой на месте двухэтажных жилых домов, гаражей и детской площадки скоро, возможно, появится 25-этажный небоскреб. Как водится, мнение самих жителей микрорайона, которые теперь буквально будут жить на стройке, никто не спрашивал. Расположенные почти на пересечении улиц Комарова и Терешковой двухэтажные домики, построенные еще в середине прошлого столетия, долгое время были эталоном тишины и уюта, за который многие ценят именно район Черемушки. У каждой семьи, живущей в таком доме, был сарай, в котором хранился необходимый инвентарь и дрова. Позже сарай переделали под гаражи. Рядом детская площадка и море зелени. Деревья были посажены самими жителями много десятилетий назад. Но несколько лет назад спокойному и размеренному существованию этого отдельного мирка был положен конец. Территории этой заинтересовались за застройщики. Впрочем, еще в 2013 году мэрии вняли требованиям проживающих в этих домах людей и сообщили, что застраивать пятачок не будут. Однако с приходом к власти Геннадия Труханова ситуация изменилась. Да наоборот. И городские власти забыли о принятых ею же решениях. Несмотря на это, застройщик ООО «Забудова 2000» продолжает свои неправомерные действия, противоправные, незаконные, которые подпадают под действие Уголовного кодекса, а именно в их действиях имеется состав преступления, предусмотренный статьями 194 «Умышленное пошкодження обознищення майна», а також 356 «Самоуправство». Более того, как утверждает юрист, нанятый жителями для отстаивания их интересов, у застройщика до сих пор нет соответствующих документов. Документы есть у людей на руках. У застройщика же из документов нету ничего, то есть на снос. Они производят вот это разрушение незаконно, предъявляя как обоснование своих действий какие-то акты на снос, которые оформлены задним числом 31 марта. 2017 года. Сами жители говорят, застройщик и одесская мэрия не хотят учитывать их интересы. Более того, им никто до сих пор не удосужился рассказать, каким образом будет проходить сама стройка. Я не знаю, кто занимается этим делом. Ну, покажите одну бумагу, придите, представитель горисполкома, представитель Забудовы, и скажите, товарищи, вот решение номер такой-то, от номера такого-то мы делаем то-то, то-то, то-то. Мы говорим, как с Богом. Мы возмущаемся, больше нас никто не слышит. Масло в огонь подливает тот факт, что на официальном сайте компании-застройщика уже появились объявления о продаже квартир в будущей 25-этажке. Я спрашиваю, есть ли у вас разрешение на постройку? Я хочу купить квартиру в этом доме. Нет, разрешения на стройку у нас еще нету, но у нас есть разрешение на облагораживание этой территории. Мы должны до 1 числа ее закончить, чтобы потом, и она запнулась, потому что потом, разрешения на стройку у них нету. Однако все взбудоражено, и квартиры они уже как бы продают. Между тем, жители хорошо помнят, что при первых признаках будущей строительной деятельности к ним зачастили представители городской власти и клятвенно пообещали, что стройки под их окнами не будет. А если что-то и будут строить, то людей отселят в новенькие квартиры. Уже лет 5 у нас здесь ведутся вот эти все разговоры. И приходили представители из администрации, и приходили, я не знаю, сколько их приходило. И все говорили, что вы, никогда этого не будет, потому что ваш кусочек, мол, нельзя трогать. Это раз. Во-вторых, они говорили, что пока вас не отселят, здесь ничего, стройка никакая не будет. Получается, соврали? Получается, соврали. Нет, конечно, можно сказать, это же когда было, тогда совсем другие люди сидели в руководящих креслах, а нынешние просто ничего не знают о строительных безобразиях. Но и эта картинка не складывается, поскольку заказчиком застройки является одесская мэрия. Я не знаю, городская власть, потому что здесь работает Забудова, это частная фирма, и это подрядчик, а заказчик у них КП «Городское строительство». Что примечательно, буквально в двух шагах от гаражей заброшенное здание бывшего ателье, которое сейчас, благодаря коммунальной бесхозяйственности городских властей, просто превратилось в ночлежку для маргинальных личностей. Хорошее, добротное здание, которое вполне можно до и перестроить, не трогая при этом имущество и не задевая спокойствие жителей. Это рассадник вообще, и наркомания, и общественный туалет. И никто из городских властей этим не занимается. Абсолютно. И, естественно, нас интересует, вот мы же проживаем в пятиэтажках, которые по периметру, что вообще, как мы будем жить в этой стройке.
Как говорится, наша мэрия не ищет легких путей. Гораздо менее затратно втюхать 25-этажный монстр вместо детской площадки. И понимая это, местные жители переживают, что их ждет в будущем. И будет ли это будущее вообще? Ведь в двухэтажных домиках живут люди, в том числе очень пожилые люди. Те, кто воевал в Великую Отечественную и кто не в состоянии постоять за себя сейчас. Сколько им осталось жить? Но даже этой толики городская власть пытается их лишить. Так, одного 92-летнего старика-ветерана буквально терроризируют телефонными звонками с требованиями вернуть незаконно присвоенный им гараж. Его терроризируют, звонят по телефону и вызывают прокуратуру, чтобы он дал пояснение, значит, как это мы захватили территорию забудовы, который здесь с самого начала, с 59-го года живем. И он имеет здесь и право на гараж. Насчет того, что отселять, тоже человеку 92 года, 40 метров до стройки, и он должен жить сейчас на этой стройке. И вспоминает только ветеранов 9 числа, когда им выгодно, чтобы попиариться. А в такое время, как будто бы они уже не существуют. То, что у меня там гаражи эти были, их там не будет, это ладно, я это переживу. Но то, что у меня умрет отец и мать, я не переживу так просто. Я уже человек тоже в возрасте, мне уже 62 года. Вот 62 года, как оно отразится на моем здоровье, я не знаю. А надо ли мне это, опять же, встряски такие? Мне не нужны они. Потом, кто из городского совета к нам пришел и сказал? Они же из городского, только бумажки приносят, у меня конкретные документы есть. Они там с капитального строительства города ходят сюда и контролируют, как это происходит, процесс. Хотя делает это забудова фирма. А город как реагирует? Меня отца 93 года, даже никто не пришел, с города не поздравил. Геннадий Леонидович Труханов не знает, что здесь живут такие люди заслуженные. Они только сносить могут. То, что в нашей мэрии могут, умеют и, главное, любят сносить то, что любят простые одесситы, местные жители уже поняли. 25-этажный монстр просто не вместится в гаражный пятачок. Двухэтажные дома не выдержат строительной нагрузки и просто развалятся. Но, возможно, именно этого хочется и властям, и застройщику. Ведь на нет и квартиры нет. Экономия-то какая? Кроме того, для того, чтобы проводить стройку, как минимум, необходима дорога, по которой бы мог ездить большегрузный транспорт. Но никакой дороги на этом кусочке территории нет. А значит, ее придется прокладывать. Единственный вариант – вырубить зеленые деревья в их маленьком скверике.